Всем привет, с вами Альтер, и сегодня мы поговорим о такой проблеме, как PlayerUnknown's Battleground, и именно проблема при запуске после масштабного обновления, которое вышло 13 марта. В общем, смысл самой проблемы таков. При запуске PlayerUnknown's Battleground у нас вылетает ошибка после заставок, а именно перед входом в лобби. Вот, ну, собственно, сама ошибка. И что же нам делать? Я долго искал на форумах, но ничего пока не находил такого. У всех все отлично, у моих друзей, знакомых тоже как бы все отлично. Я думал, у меня что-то с железом. Я пообновлял всевозможные драйвера, поудалял все программы, которые могли там как-то может мешать, это что-то типа разгона видеокарты, сбросил на стандарт процессор, память, то есть все это основу как бы сделал, чтобы все было в стоке без разгонов, и это мне тоже не помогло. Я искал несколько дней, я ничего не нашел. Потом я написал в техподдержку, вот, то есть 4 дня уже прошло. Это я случайно закинул два запроса на одно и то же. То есть я записал видео и просто продемонстрировал, что происходит. Почему? Ну, как бы то, что у меня не заходит. Я не знаю, может это просто русская поддержка такая плохая. Ну, как бы сайт, он, ну, сразу для всех, и там выбираешь язык поддержки, как бы на кого ты больше хочешь ориентироваться, то есть на чем ты больше разговариваешь, на каком языке. Вот, то есть уже прошло 4 дня, у меня ни ответа, ни привета, и напоролся на стимовском форуме решение данной проблемы. Смысл в чем? То есть заранее нажимаем Ctrl-Shift-Escape. Ну, или каким-то еще методом, можно Ctrl-Alt-Delete, допустим. И вызываем мы диспетчер задач. Он у нас должен быть открытый. После этого нажимаем «Игра», диспетчер, смотрим на диспетчер задач. Ждем, когда появится сама игра. Как она только появляется, кликаем на нее правой кнопкой мыши подробно. Вот сейчас я не успел. Но смысл будет такой. То есть мы еще раз запускаем. Вот у нас появился вот этот файлик. Нажимаем «Задать сходство». Убираем все процессоры, нажимаем 0. И после этого у нас все работает. Но сразу говорю, что в данный момент игра работает на одном ядре процессора. То есть после того, как у нас запустилось лобби, вот сейчас оно прогрузится, то есть наше лобби запустилось, мы переходим в диспетчер задач, снова нажимаем правой кнопкой мыши, задать сходство, нажимаем все процессоры и нажимаем ОК. Все, у нас сейчас вернется все в норму, как до этого, грубо говоря, игралось. И самый важный момент, когда вас убьют, когда вы хотите выйти в лобби, обязательно сначала, не нажимайте выйти в лобби, сначала диспетчер задач, снова правой кнопкой мыши, задать сходство, первое ядро нажимаем, и только после этого выходим в лобби. Иначе у вас будет опять вылет, потому что какой-то конфликт происходит именно в лобби, это если у вас такая проблема. Хотя я не знаю, какой здесь может быть конфликт, потому что лобби — это по сути веб-страница. Ну, в общем, вот он весь гайд. Если у меня тут не совсем понятно, можете также... Я оставлю ссылку внизу под видео, там вы посмотрите... Ну, именно английскую версию, там на английском Windows все это сделано, как это делается. Все то же самое, только там без разговоров, просто тыкают мышкой и показывают, что нужно делать. В общем, если вам помогло это видео, ставьте лайки,
подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте Альтуха ТВ. Все ссылочки будут под видео. Жмакайте колокольчик, как это модно говорить, я не знаю, я начинающий во всем этом. В общем, до новых встреч! Кто-то что-то написал, не увидел. Бля, еще один, что ли? Еще, еще. Блять, опять эти ночи. Бля, вот его у меня вообще пизда. Есть! Хорош, хорош. Есть! Заебись! Хорошо. Кто там 3000 обещал?